Виктория, чтобы получить кредит, нужна нормальная кредитная история. История. Значит, а мы как-то в расплавленный лагерь. Сезон игр клуба «Веселых и находчивых» в самом разгаре. В областной столице состоялась первая игра четвертьфинала Центральной лиги КВН «Самара». На сцену вышли 6 команд из разных городов – Самары, Рязани, Стерлитамака, Перми и Шахт. Надеюсь, зритель будет поддерживать не только самарскую команду, но и участников из других городов. Потому что у нас гостеприимный город, у нас самое сердце России. Вот, поэтому здесь замечательно, КВН нас любит, зритель добрый, погода хорошая. Я думаю, что сегодня будет жарко не только на улице, но и на сцене. Самару представила команда «Ничего такие». Участницы рассказали, что выступать от лица всего города волнительно и почетно. Соперники вообще очень достойные. Я не могу сказать, что есть какие-то слабые команды. Все команды уникальны, кто-то чем-то выделяется, и очень трудно даже предугадать исход игры. Да, это очень круто, что вообще команды, они все разные, друг на друга вообще не похожи никто. Вот это классно. Команды боролись в двух конкурсах – «Приветствие» и «Музыкальное домашнее задание». Нам точно повезет, ведь мужика потечет, нам тусить совсем не лень, так каждый день. По итогам игры в полуфинал прошла команда «Дон Силикон» из «Шахт». В ожидании «Метод Сальве» из Стерлитамака, «Ничего такие» из Самары, «Великом быть» из Санкт-Петербурга и «АПП» из Рязани. Вторая игра четвертьфинала состоится 7 июня. Елизавета Прокопенкова, Николай Епифанов. События.